Приветствую вас. Несколько непонятно, Екатерина, на мой взгляд, почему вы, обратившись к психологу, который вам что-то запрещает, что-то разрешает, почему вы к нему не обратились с этой вот проблемой? Как лучше начать диалог? То есть, ну, вы со своим специалистом работаете и, в общем-то, наверное, было бы логично, если бы вы и обратились к своему специалисту по той, в общем, проблеме, которая вас беспокоит. Это было бы справедливо. Да и специалист, как бы он в курсе вашей ситуации, он дал бы вам как раз такие те рекомендации, которые вам, скорее всего, лучше всего бы подошли. Этот момент несколько странный. Во-вторых, если у вас есть страх потери, то я не уверен, что желая начать разговор с молодым человеком, вы не хотите его вернуть. Если вы хотите его вернуть, то вопрос в том, зачем вы хотите его вернуть, ну, для чего вы хотите его вернуть. Вот, потому как страх потери может проявляться. И, наверное, пока он у вас есть, пока вы работаете со специалистом, возможно, молодому человеку вам писать, да, пока не стоит. И общаться с ним, наверное, пока не стоит тоже. С другой стороны, ну, не совсем понятно, опять же, как бы, какую цель вы преследуете. То есть, если вы хотите, там, к примеру, чем-то поделиться с человеком, то это одно. И поделиться с человеком можно и нужно, ну, если вам хочется с ним поделиться, да, то поделитесь с ним чем-то, вот, если у вас есть такая потребность, вот, если вам хочется чем-то поделиться с мужчиной, но я думаю, что не больше, потому что больше это уже будет похоже на зависимость, и больше будет похоже на, опять-таки, реализацию вашего страха потери. Вот. Ну, мне так видится этот момент. То есть, не совсем понятно, для чего вы хотите начать диалог с человеком. Да, то есть, вот, чтобы, ну, чтобы что. Но именно из этого вам нужно исходить. Вот. Ибо вполне вероятно, что
страх потери у вас еще присутствует, никуда не делся, значит, ну, а значит, рановато еще, возможно, вам с мужчиной взаимодействовать и общаться. Вот, то есть, вы, возможно, еще не завершили. Но, опять же, я не знаю всей ситуации. Знаете, какая штука, то есть, рассуждать о том, о чем мы не знаем, это очень неблагодарное дело, на мой взгляд. Вот. Поэтому ключевой момент, он в том и заключается, чтобы вам определить все-таки, ради чего и для чего вы хотите с мужчиной начать диалог сейчас, да, и в каком ключе вы хотите, чтобы этот диалог проходил. Вот. То есть, ну, как вам видится диалог? Ибо если вы будете, например, спрашивать у него, у мужчины, если вы будете спрашивать, как дела, а он вам, например, ничего не ответит или не захочет рассказывать, как у него дела, то какова будет ваша реакция? Вот. Будет ли эта реакция позитивная или будет эта реакция негативная, да? Вот этот момент очень важен для понимания, ну, для понимания вашей ситуации. Вот. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. И после проработки этих аспектов ситуация будет гораздо более понятна. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Хотел бы только добавить, что страх потери все-таки предполагает некоторую вашу несамодостаточность, наверное, и, соответственно, возможно, работать нужно с этим, с тем, что вы, ну, не в полной мере самодостаточны, в том, что вы, там, к примеру, сомневаетесь в себе, например, в том, что вы не уверены в себе, например, вот. Ну и так далее. То есть здесь
вариантов достаточно много, возможных. Важно все же другое, да? Вот. Важно, чтобы вы видели эти моменты для себя, чтобы вы отследили их для себя, и чтобы вы вот отдавали себе отчет в том, что они есть, да, то есть что-то, к примеру, образует вашу вашу несамодостаточность. Вот. Это, ну, наверное, без преувеличения очень важная история здесь для вас, по крайней мере. Вот. А на этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.